Чего? Это просто Неймар. Какие дела, народ? Ну что, с Новой годой всех! Я, как всегда, вовремя. Вы там как, в порядке? Надеюсь, получше вот этих пацанов. Look at this dude. Ёшики зелёные. No. Сыч, что ли? Да, это сыч. Чё, рассказывайте вообще, как Новый год отметили? Вот это их расхерачило. А, Call of Juarez. Ой, Call of Juarez, конченый еблан я. Just Cause. Буква Ю. А чё по технике безопасности, пацаны? Чисто весь 22-й в одной картинке. И да, вы уж простите, но вот вам небольшой трейлер на 23-й год. А я думал, жепа. Обтянутая. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Стоп, он живой? Засранец вонючий, мать твою. Бля, капец. Ой, бля. Ладно, ладно, это все шутки. На самом деле, в этом году хочу пожелать вам адекватных тиммейтов. Гениально. Еще знаете вот такого четкого взаимопонимания в команде, чтобы вы вместе работали как слаженный механизм. Ой, бля. Ой, бля. Ништяк, брат. Чтобы тиммейты давали тебе полезную и своевременную инфу. I think there's a tank over there. Yep, there's a tank over there. Простите. Бля, у чела нос убежал. Лялю надо полялить. От души, брат. Еще желаю тебе стойкости. Если жизнь тебя сбила с ног, то не отчаивайся, собирайся силами и вставай. А все, застрял. Ты понимаешь, он получает дамаг по чуть-чуть. Вроде бы. Капец. Ладно, чувак, ты не сдавайся, давай, мы попозже зайдем. Еще, короче, желаю, чтобы вы легко преодолевали все жизненные преграды. Ну и ваши друзья, соответственно, тоже. Это фиаско, братан! Не долетел. Ну, чувак, это еще нормально. Было бы хуже, если бы ты... Яйцами пёзнулся. Да и в целом, смотрите на жизнь с позитивом. Вот как здесь. Уи! Да, ты выхватил с ноги похлебальнику, но все могло быть куда хуже, так что будь благодарен. Классно, вообще. В общем, просто удачи тебе, чувак. Уверен, она тебе пригодится. Сейчас его собьет его же машина, да? Да. Что-то это какое-то видеотост у нас получается. Я, кстати, тут зашел посмотреть, что на серваках творится на праздниках. И там все тоже какие-то перевернутые. Оу. Дружище, это немного не так работает. Вот смотри, как надо стрелять. Ох уж этот Battlefield. Ну, в общем, праздники заканчиваются, так что собираемся силами и стартуем рашить Новый год.
стоп, а почему он свалился? А, ладно. Ну, начало многообещающее. Класс. Надеюсь представить, что будет дальше. Что происходит в колде, когда встречаются два пиротехника? Забавно, что она не детонирует. Ай, блядь. По-моему, его сейчас убьет ударами в голову этой гранатой. Ой, блин, это так тупо. Она же должна взорваться все равно в какой-то момент. А у нее, судя по всему, таймер каждый раз заново отсчитывается. Вот знаете ситуацию? Выпал первый снег, ты вышел на улицу, построил кайфового снеговика, потом пошел домой, а на утро выходишь, и какие-то мудилы его разбили. Так вот, для таких чуваков карма тоже существует. Да, просто достаточно снеговика построить вокруг бетонного столбика, например, и все. Проблема решена. Жестко. Это снеговик модель Т-3000. Этот все еще не может встать, понятно. А, понятно, тут без перемен. Чувак, мы с тобой, давай. Эй, it's Way. I need a car. No. Sleeping Dogs? Sleeping Dogs, да. I'll be there right away. Нормально ты тачку привез, чел. Okay? А, чел, тебя что, дурак понюхал? Доставщик, ты вообще на 5 звезд. Это... Зато сразу понятно, где твоя машина. Uh-huh. Дед попросил подогнать его жигу поближе, и ты такой... Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье, а? Слушайте, вы замечали, что с котами что-то не так? Я вот после того, как поиграл в Stray, понял, что мой кот это реально компьютерный персонаж, потому... О, да. Наш кот, например, с нами разговаривает. И считает, что мы должны его понимать. Да, он еще тот говорливый говорун. Потому что он частенько фризит. По-моему, вообще можно сделать отдельное видео с подборкой багов с котами. Но больше всего... О, четвертый Sims. Я боюсь момента, что когда-нибудь мой кот сделает вот так. А, это типичный симсовский прикол, да. И что это было? Что они делали с собакой? Здесь три миски. Одна для собаки, а остальные для вот этих двух. Потому что кот тут явно хозяин. Серьезно, увлечение людей котами надо прекращать, потому что они реально скоро будут править нами. Ты можешь сколько угодно делать многомиллиардные AAA проекты с крутейшими харизматичными персонажами, но все равно тебя уделает кот. Потому что это милая душевная игра. Да, геймплея экшенового какого-то там немного. Ну, блин, это бродилка исследований. Мне интересно было там лазить. Забавно, да, прикольно. Да, еще она не дрочильная онлайновая, а так... Или не онлайновая, а такая, ну, для казуалов подходит. Да, и человая. Да. Игра на расслабиться. И на нее смотреть приятно, и играть в нее приятно. Вот, например, игра про оленей перевалила за 40 миллионов продаж в этом году. Я про RDR 2. Вы, конечно, можете говорить что угодно, но это именно игра про оленей. Да что там игра с лошадью в главной роли, которая в этом году будет 8 лет, до сих пор держится в топе. Если кто-то считает, что здесь главный герой Геральт, а не Плотва, то смотрите сюда. Я думал, она поможет Герванту. А она сломала ему хлебало. Она поступила как лошадь. Да.
Да, и ты целом, собрал, что тебя никто не отпускал. И в целом о чем говорить, когда симулятор козла, которому в этом году будет 10 лет, принес своим создателям миллиарды. Я про вот этот симулятор, если что. Блин, а ведь действительно? Не поспоришь даже. My name's Trevor. What's yours? А, я помню в общем, это. Как видите, вся индустрия держится только на животных. Это Far Cry Primal. Спасибо за просмотр. До скорого.